Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил жителей Абхазии и Южной Осетии с днем признания России независимости республик. Историческое событие произошло ровно 16 лет назад. Путь к независимости был нелегким, но братские нам народы с честью и достоинством прошли выпавшие на их долю испытания. Сегодня Абхазия и Южная Осетия не просто самостоятельные государства, но и динамично развивающиеся республики. С Россией, в том числе и с Карачаево-Черкесией, связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, которые, безусловно, из года в год только крепнут, говорится в поздравлении Рашида Темрезова.